Вот уже несколько дней жители домов за автовокзалом вынуждены искать обходные пути по дороге на остановку. Транспортное предприятие решило закрыть калитку, которой ежедневно пользовались сотни ивановцев. Кроме того, через нее пролегал маршрут учеников в школу номер 2, которые в несколько раз сокращали путь. В сентябре их ждет неприятный сюрприз. Многие возмутились, увидев замок на двери, которая была открыта каждый день с утра до вечера. Руководство вокзала объясняет, это вынужденная мера. Связана она с антитеррористическими требованиями к объектам транспортной инфраструктуры. Ранее эта калитка и проход был открыт, поскольку мы шли навстречу населению, школьникам в школе. Значит, сейчас, сами понимаете, какая обстановка, ужесточаются требования к нам. И мы, значит, вынуждены на основании федерального закона и согласно плану обеспечения транспортной безопасности закрыть данный проход.